все мы это делаем в системе бизнес-студио, потому что рисовать это либо видео, либо где-то это, если один раз нарисовать, то ладно, но так как постоянные изменения происходят в процессе, поэтому становится неудобно, процессов много, изменится в одной схеме что-то, какая-то запись, нужно менять, соответственно, искать связь с другими процессами и менять там. Поэтому также существуют различные системы описания, это есть ARIS система, вот бизнес-студио, ну и различные другие системы по моделированию. Ну вот мы описываем бизнес-студию, она не очень дорогая как бы, и описывает основные элементы. Она описывает, моделирует и бизнес-процели, описывает цели в ней можно, ресурсы, информационные системы и также описывает организационную структуру. То есть основные элементы в ней описаны. Дальше просто примеры, как выглядит программа. То есть это описание целей, да, мы можем в ней построить какую-то стратегическую карту, визуально ее отобразить. Каждую цель мы можем назначить либо какой-то роли субъекту, либо назначить ее процессу. У каждой цели есть показатели. Можно контролировать в данной системе контроль за выполнением процессов. То есть она выводит и отчеты различные в виде графиков, гистограмм. То есть тоже можно все в ней получать. Вот вид этой схемы, то есть вот слева у нас это дерево процессов и изображение самого блок-схемы в нотации DEF0 процесса. Также пример нотации EPC, сформированный там же.